Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы продолжаем проходить игру под названием The Happy Few. Дополнение про Ника Лэрборора. Как-то так его фамилия была. И мы остановились на том, что мы, значит, разобрались в баре с моими поклонниками, так называемыми, и попали потом в подвал. И сейчас наша задача разобраться, что уже там в подвале такое нас ждет. Поехали. Приятного просмотра и не забудьте поддержать, пожалуйста, лайком. Подвал. Кто это? Куда он упал? Что это за звук был? Кто-то свалился, чувак. Кто ты такой? Я знал тебя, что себя ненавижу. Но... И кровяга. Фонарь есть какой-то? F. No. Только диски эти. Какой звук? Бум-бум-бум-бум. Кровишка. А чё ж так оно выпадает сверху страшно-то, а? Зачем так пугать? А, кто там такие? Кто там сидят? Это какой-то гараж. Это все мое? Это его одежда. Что-нибудь вспомнил? О, мышонок. Вирш, я знаю, что видел тебя. Как говнюк. Чего? И ты по-прежнему не помнишь. Я знаю, что пару раз обещал тебя убийце, Петунии нехорошо обращался, да и с другими. Но я же не убийца. Мартер. Все это ни о чем не напоминает? Даже немного? Да, твоя правда, спрятаться не выйдет. Надо сдаваться. У него раздвоение личности. Поехать на подъемнике. Мышка, что со мной происходит? Можешь мне объяснить? Это портреты какие-то. Работы много, а веселья мало. Джек будет скучным малым. Что написано? Накорябанно просыпайтесь. Силы вас покинули. А тут что написано? Работы много, а это я прочел. Просыпайтесь. Мышонок, не могу ничего с ним сделать. Ну, конечно же, я нашел какое-то странное место. Но это ничего не говорит, что я убийца. Это еще не говорит, что я убийца, ведь так? По идее, никто ничего не обозначает это дело. Спокойно, Ники, спокойно. Нервишки шалят, конечно. Он думает, что он убийца. Мне кажется, что тут что-то явно не так. Что-то явно тут не то. Where is this elevator going? Этот лифт. Fuck. Нет. Кажется, лифт падает. Что-то с лифтом происходит явно неладное. О, разноцветные кнопочки. Какие-то галюны. Он падает, походу, лифт. Да, лифт все-таки свалился. Мы упали в подземелье? Вглубь? Сейчас узнаем. Сохранение, хорошо. Подъем, Ник, вставай! Лэрберер, как там тебя? Вылезти из ада. День прошел, а ты все еще жив. Новое задание. Ну я как типа в аду, да? Ну это я похож на какую-то котельню. Какие-то мужички там. Маски старые. Что написано? Позер. Что это за место? Какое-то подземное царство. Где моя гитара? Уточка. Ох, не нравятся мне мои мысли. Все в кровяге. Или это не кровь? Это кетчуп. За дверью стучится. Просыпайтесь. Но, а тут что? Давайте прошу, уходите. Как-то все тут мрачненько. Я даже не могу бегать, только пешком могу ходить. Нельзя тут ускоряться. Это все неспроста. Ой, неспроста. Это крики. Я в аду? Нет, какой-то... Стоп, это тут для музыкантов подготовлено все, чтобы выступать. Нет. О, я хотел быть лучше. Я просто не был... Это я? В ванной жарюсь в лаве. О, похоже на сцену. Нужно там сыграть музыку какую-то. Они все кричат, как будто бы жарятся в аду. О, это все мои двойники.
который тот маньяк вылавливал и сюда сносил вниз. Я не могу быть проклят за то, чего даже не помню. Я принимал все эти препараты, чтобы не знать, насколько я ужасен, но превратился во что-то более жуткое. О, сколько таблеток. Ибо знаете, я с вами с самого начала, и я то, что находится в конце всех желаний. Рип. Фазер. Beloved Father. Кто кричит? И таблетки кругом здоровенные. Любимый отец. Покойся с миром, любимый отец. Офигеть. Этот смех страшный. И бегать так я не могу. Тут просыпайтесь, снова на стенке накорякано. Просыпайтесь, да. А! Черт. А тут что? Любимый отец и годы жизни. Любимый отец. Куда ты нас... Я знаю, почему я здесь. Я знаю, я убил Вирджила, да? Вирджила. Я никого вообще не убивал. Я просто музыкант Нарик. Рок-музыкант. И наркоман чуть-чуть. Опа! Ну, наконец, я жду уже целую вечность. О, черт, это дьявол! Я уже давно тебя приметил. Черт, боже, дерьмо, лень. Какой-то в лабиринт упал. Мы с тобой хорошенько повеселимся. Так, сейчас походу скушайте противников мощью рок-н-ролла. Сокрушайте противников мощью рок-н-ролла. Скушайте. Так, и что? Так, день прошел, а ты все еще... Воу, как же мне отсюда выбраться? Надеюсь, гитара подскажет. Она всегда помогала мне выкручиваться из неприятностей. Надеюсь. Гитара подскажет. Что это такое? Почему эти остаются такие круги? Что за лабиринты такие странные? О, вот он. Ку-ку, я тебя вижу. Я тебя вижу. Ой, на него-то не работает. Оп, и пропал. Вот демонюга реально. Так, это не открыть. Так, вот куда мне надо. Как спрятался? Я не виноват. Из этого лабиринта должен быть выход. Согласен, должен быть. О! Ох, чтоб меня. Прошу, не подвергай меня вечным мукам. Ну, красные глаза. Я даже ничего не помню. Ты не помнишь? Боже, честно говоря, я разочарован. Я так старался впечатлить тебя. Ты сипонтью. Ты сипонтью. Импрессью. Впечатлишь меня? Тогда ты не дьявол? Ох, если бы. Очень стараюсь. Ты туманный Джек. Ах, да. Все слышали о старом добром туманном Джеке. Что тебе от меня нужно? Я надеялся, что ты напишешь песню обо мне. Особенно после того, как я убил твоих настырных фанатов. Это значит, что я никого не убивал. Я был свидетелем! Я не безнадежен. Ну что ж, ладно, я был говнюком. Но я не ты. Наоборот, Ник, думаю, мы похожи. Фанаты — это не то, правда? Ведь они презирают истинного тебя. Но когда ты потрошишь их в тумане, тогда они обращают на тебя внимание, правда? Нет. Ты правда не будешь моим другом? Ты чертов псих! Тогда ты будешь моим новым трофеем. О, маска! О, черт, это боль! И что мне теперь с этой маской на лице? Он метает маски? Так, куда мне бежать, скажи? Куда-куда? Налево наверняка же. Так, нам сюда. Надо на лужицу смотреть. На лужицу постоянно смотреть, а на лужица меня... Смотри, как бегут, смотри. Кто такие? Маленькие! Проказники! There's a stage on the other side of the maze, if I remember right.
Лабиринт есть цена, если я из звука слышу. Все там. У меня запускает маленький каких-то ников у меня. Это как понимать? Я маску сбил, она не попала в меня. Так, я бегу пока что вроде бы хорошенько. Вот он. Я маски могу сбивать. Я убью всех твоих фанатов. Нет, ты не бьешь моих фанатов. Не надо моих фанатов трогать. Моих подписчиков. Твою мать, он черный псих. Так, нам сюда. И показывай путь. Я не твое лицо. Наш конкурс. Двойников Ника. А как же они удивятся, когда погаснет свет? Я его и расстрелял. Чего? Надо оставить. Остановить его. Ники, ты должен остановить его. Согласен. Полностью причем. Нам, кажется, сюда. Мы найдем способ как-то как с этим расправиться, чудаком. Так, лужица вот куда меня ведет. Значит, туда и будем бежать. За лужицей. С этой водой. Яркой, сияющей. Водицей. Мы куда-то пришли. На какую-то... О, усилители, да! Что мне сделать нужно с этими усилителями? Как-то их активировать? Ой! Он кого-то, кажется, активировал. А где они? Еще и маски. А где они? Жареный цикорий. А где эти малыши? Ой, маски летят. F! Я вспомнил. Надо сюда кинуть. О, раз. Сбиваем это дело. Что еще? Что еще? F. Маска! Кыш! Где еще? Вот еще один тут. Так, теперь подключусь, покажу рок-н-ролл. Как подключиться? Зажарный цикорий. Можно один... О, он получил урон какой-то. Он теперь ко мне идет! Он с ножа меня рубит! Зажарный цикорий. Взорвал. Гитара. Нате вам. Я сохранил этот номер для твоих фанатов. Мозголом. Но почему бы не устроить репетицию? Какую еще репетицию? Это ты уже босс? На твоем концерте было горячо. Так, маска летит. Сбил. Сбил. Я маски должен... Ага, по бокам есть что-то. Раз, два, три. Ой, попало по мне. Почему они почему они таким цветом светятся, каким-то непонятным? Ай, сколько я их выбил? Попадаю по ним хоть немножко. Маски нужно сбивать. Они все зелеными стали. Что теперь? А, малыши бегут. Ай! Наш ножами! Двоих сбил. У него так медленно жизнь заканчивается. Так, опять маски полетели. Теперь быстрее! Я все позбивал маски. Очень быстро, быстро, ребят. Есть. Бам. Малыши выбегают. На! Есть. Так, у меня есть цикорий. У меня заканчивается энергия. Но все нормально пока что. Маска здоровенная. Углушаем заряженными силами или золотыми пластинами. Еще. Получилось, кажется. Есть. Гитара только моя разряжается быстро. Так, что он там достает? Еще большая маска. Пластины.
Есть. Сначала пластины, потом это дело. Опять пластины нужны. По-моему. Есть, разбил ее, разбил. Ай! Есть, справился. Цикорий бахну один. А, малютки, малютки, малютки. Один, один тут. Есть. Ну, у меня гитара, гитара, быстро. Есть, гитара. Поднимает маски. Это очень быстро летят маски. А! Я все позбивал. Это надо спить. Где мои пластины? Поразбивать надо много. Кажется, все сбил. У него немножко осталось. Он почти сдох. Так, пластины. Не то, не то, не то. Я отбил. Опять летят и куча. Есть! Победил, кажется, его. Победить туманного Джека. И чего? Он номер один в чартах. О, мы могли бы повеселиться вместе. Ты и я. Ты убил моих фанатов. И Верджила. Ради чего? Ради чертовой популярности. Отомсти за меня, Ники. Подними до 11. Так, ну и чего? Прикончи его. Да. Прикончи его. Финиш хим. Но он же тоже мой фанат, так, в принципе, является. Тоже моим фанатом. Это за Верджила. Вау. Аккорд сыграл. Финальный. О, полиция. Не туманного Джека повязали? О, усатые люди. Усатая дамочка. Улицатый полицейский, закосящий под Ника. О, играем. А теперь вы, мистер Ник Лайтберер. Рок-идол и герой. Ник, рок-идол и герой. И песня! Рок-идол и герой. The same old songs into the night, and we'll take what's wrong here and we'll make it right. С этого момента все изменится. С этого момента появится новый Ник Лайтберер. Какой милаха. Ого, он будто воздух взлетел. Ну, и с этого момента он перестал употреблять наркотики. Прикольная, согласитесь, классно. Мы босса финального завалили, и теперь ее никто фанатов трогать, по идее, не будет. Ник Лайберер. Так, я не знаю, мы прошли с вами, в принципе, и второе, получается, дополнение к этой игре. Оно получилось небольшое, примерно такое же, как и предыдущее про двух братьев. Но мне про братьев немножко больше понравилось, честно. Вот. Мне про братьев понравилось побольше. Нажмем, наверное, Escape. Вот, загрузка идет. Что мне хотелось еще подытожить в конце. Значит, мы с вами прошли, в принципе, все, что сейчас имеется в этом от разработчика We Happy Few. Вот, загружаемый контент. Я тогда, когда первый ролик выкладывал, сказал, что мы это типа является первым актом. Я, скорее всего, ошибся. Вот, про Роджера и Джеймса мы прошли, про Лайбера прошли. А вот этот вот пока что просто разработчики еще не выпустили. We All Fall Down. Я надеюсь, что когда он выйдет, у меня тоже будет возможность дополнение тоже пройти.
пройти. И я еще плюс к этому всему хочу сказать, что эти дополнения намного мне больше понравились, чем основная игра, основная часть игры, первые три главы. Потому что они более линейные, они какие-то имеют такую, знаете, начало-конец, и не длинные, буквально на 2 часа, оно круто. И я бы хотел бы с удовольствием, чтобы они после того, как этот We All Fell Down, когда выпустят, чтобы они не забивали на игру и продолжали выпускать дополнения новенькие. Я буду очень счастлив этому. А на этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. Мы прошли, наконец-то, все, что есть в Happy Few. А с вами был Ниламов. Увидимся в других видеороликах. Всем пока-пока.